Сегодня я ухожу и больше не вернусь, малыш. Моя судьба прочно связана с чудовищем из глубины времен, Оушенхорном. Я слышу жуткий зов, что доносится с моря. Он снова пришел за мной. Все происходит раньше, чем я ожидал. Мне нужно спешить. Что бы ни случилось, я не потеряю тебя, как это было с твоей мамой. Ожерелье — все, что от нее осталось. Держи при себе и бережно храни его. Я оставляю тебе мой старый путевой дневник. Так ты найдешь моего хорошего друга. Он подготовит тебя к неизбежному. Я знаю, что требую многого, но это единственный шанс остановить Оушенхорна. Проснись. Время пришло. Thank you.
Давным-давно эти острова были королевством Аркадия. Эпоха Просвещения привела аркадийцев к выдающимся научным открытиям. Изобретательность и магия текли глубоко в их крови. Но случилось страшное. Темный лорд Мезмирот, некогда один из кандидатов на роль архимага, возглавил злобленов и развязал войну против аркадийцев. Прибегнув к магии тьмы и заручившись помощью злобленов, Мезмирот докопался до глубин земли и достал оттуда нечто, что никогда не должно было выходить на свет. Трилота, сгусток энергии тьмы, брошенный там со времен сотворения мира. Черные корабли приплыли к вратам Аркадии, неся темную энергию Трилота. Вскоре свет на земле и в сердцах людей погас. Некогда процветающее общество растворилось во мраке. После катастрофы явились три чудища. Одного звали Оушенхорном. Это было злобное создание, рожденное под темным сиянием Трилота. Хотя все три чудища были могучими, только одно из них дожило до наших дней. Уже смеркается, малыш. Зайди ко мне утром.